планы на ближайшую пятилетку Хабиб озвучит? Молодежь тоже. Во-первых, я студент. Я студент университета имени Птаханова. Я бы хотел, ну, в следующем году я выпускник. Высшее образование у меня не было, хоть и, ну, это теоретически, так сказать. Но по практике у меня, я считаю, что я неплохо так образован, и жизненная практика уже есть. Но в следующем году я выпускаюсь, я хотел бы получить диплом, защитить его, потом магистратуру там и так далее. Но хочется чуть-чуть больше времени уделить образованию. И на ближайшие 5 лет, я думаю, что, ну, как говорится, там посадить дерево и так далее, ну, можно было бы там деревья посадить, например, да, как раз через 5 лет они смогут, они начнут уже плоды давать, да. Ну, я, например, купил баранов, да, занимаюсь сельским хозяйством. Хотел бы, чтобы эти бараны сделали мне маленьких, так скажем. Да, и, ну, в этом направлении чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, так скажем, есть коровы, есть парники. Сельским хозяйством, так скажем, там, где я родился, вырос, я там занимаюсь. Не сказать, что на мировом уровне, да, ну, все может быть. Но когда-то я же начинал тоже тренироваться, когда в этом селе, там тоже я не думаю, что лет 20 назад мне там шансы давали, да. Ну, кто знает, может, через 10 лет мы на хорошем уровне будем тоже, по сельскому хозяйству. Так что примерно такие планы есть, ну, посмотрим. Мы строим планы, да, а результат мы не знаем там, завтрашний день, к чему придем.